Насколько в современном мире актуально изучать санскрит человеку обычному или необычному? Ну, под необычными в данном контексте можно понимать людей, которые профессионально изучают йогу, васту, аюрведу, джиотиш. И для них, естественно, необходимо знать санскрит для того, чтобы черпать информацию напрямую из первоисточников. Конечно, прям вот брать и использовать их как руководство к действию не получится. Естественно, нужно изучать каждую из этих дисциплин отдельно и профессионально. Тем не менее, не имея возможности при необходимости открыть любой первоисточник на санскрите и прочитать, что там написано, по тому или иному поводу невозможно оказывать качественные консультации по данным вопросам. И даже если вы просто преподаватель йоги, к которому приходят ученики в первую очередь за здоровьем, тем не менее, все равно они вас воспринимают как носителя определенной индийской культуры. И изучив даже только одну письменность Деванагари, которая используется как для санскрита, так и для хинди, вы уже получаете ключ ко многим-многим знаниям, как минимум к произношению и написанию. А для обычных же людей, кто не связан с этими дисциплинами, они ко мне приходят изучать санскрит, поскольку просто хотят хорошее, качественное, интеллектуальное хобби. Потому что нужно держать ум, мозг в тонусе, и санскрит это отлично позволяет делать. Как говорят буквально на первых занятиях многие, кто у меня занимается, что они ощущают, как у них в голове образовываются новые нейронные связи, и это как минимум касается изучения письменности, ну и дальше грамматики. Поэтому в этом отношении, конечно, санскрит особо ничем не лучше латыни или древнегреческого. Просто если вы испытываете интерес к индийской цивилизации, изучите хотя бы письменность, вы уже откроете для себя много нового и интересного.